Там же, в Астане, сегодня напомнили автолюбителям, в каких случаях остановка автомобиля пешим патрулем является законной. В праздничные дни, по традиции, некоторые службы работают с удвоенной бдительностью. Но без причины, заверили в административной полиции, останавливать водителей по-прежнему запрещено. То есть автопатруль, он не все время должен быть в движении. Есть у нас по маршрутам патрулирования точки отстоя, аварийно-опасные участки, где наряды дорожной патрульной полиции несут патрулирование в пешем наряде. В данном случае, если стоит автопатруль и есть рядом пеший наряд, то в случае выявления нарушения правил дорожного движения инспектор дорожной патрульной полиции должен реагировать на это правонарушение, останавливать транспортное средство и принимать необходимые меры.